잡시다 잡시다. 아 대수라 어이 멋있겠네. 우라 신도 대 멋있다. Я, конечно, в глубине души все равно верил, что однажды я получу гражданство. Родился я 1991 года в Киргизии, в городе Алабука. В момент, когда я родился, тогда еще Киргизия и Узбекистан входили в состав СССР. В 92 году мы обратно вернулись в Узбекистан. Но так как у меня метрика была киргизская, мне потом не дали гражданство. Ну, я являлся лицом без гражданства. Безумно мечтал, хотел, конечно, стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира, чемпионом Азии. Просто как будто отобрали у вас какую-то мечту, вот так вот. Как бы у вас есть мечта, хотите, да, что-то, но у вас это отобрали. Как-то так, наверное. Мама спекла торт. Отметить, конечно. Как такое не отметить? Как будто перед вами открылись двери, новые возможности. Все они хорошие. Победы и поражения – это часть спорта. Сегодня проиграл, а завтра, дай бог, выиграем. Тхэквондо основано в Корее. Вот, очень было интересно и очень хотел туда съездить. Япония, Корея и Испания. Уже можно это осуществить. Теперь будем стараться выходить на международную арену и достойно выступать, прославлять нашу страну всем душой и сердцем.